Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем канале «Сладкий персик». Сегодня мы с вами приготовим жареные помидоры. Мы будем делать их с ароматными травами и на сковородке. Это очень вкусно! Нам понадобятся свежие помидоры. Не обязательно, чтобы они были спелые. Розмарин, чеснок, оливковое масло и немного соли. Берем один или два зубчика чеснока и нарезаем его на тонкие пластины. В принципе, если хотите, его можно просто раздавить ножом. Затем переходим к помидоркам. Помидорки нужно предварительно помыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать на не очень тонкие кружочки. Если помидоры будут нарезаны слишком тонко, то при жарке мы получим просто томатную пасту. Поэтому, пожалуйста, не перестарайтесь. Теперь берем сковородку, разогреваем ее на сильном огне, наливаем оливковое масло, туда же насыпаем чеснок и добавляем розмарин. Можно свежий, можно сушеный. Все это хорошенько перемешиваем и жарим примерно 3 минуты. Розмарин и чеснок должны отдать свой аромат оливковому маслу. Теперь в то же самое масло мы выкладываем наши помидорки. Огонь должен быть средний или слабый. Смотрите по мощности вашей конфорки и по вашей сковородке. Жарим помидоры с каждой стороны до золотистого цвета, примерно по 3-4 минутки. Посмотрите, наши кружочки помидорок поджарились, но они не размякли и не превратились в пюре. Именно так и должно быть. Такие помидорки можно есть просто так, как самостоятельное блюдо, или, например, добавить в салат. Они вам точно понравятся. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на мой канал.